Ну, это на фронте, да, мы сейчас зайдем, я про футбол сначала, то есть ну, за Динамо, да, где мы идем. За Динамо святое. Еще когда такие мишки там были, уже начинали бить москалей. Все думают, что фанаты это... Ну, сброд, да, сброд да, там, да. Стая. Стая. А на самом деле мы не все такие, как кажемся, ужасные. Добрые, скромные парни. С националистическим уклоном. Да. На самом деле... Даже когда была вражда, мы объявляли перемирие во время игр сборной Украины, это святое было. И что на выезде, что в Киеве, то есть мы, порядки вещей. Или ребята приезжали на ту же Лигу чемпионов к нам в Киеве, или там, с Харькова, с Одессы, там, с других городов. Никто никогда никого не трогал. Это... Война, она, околофутбольная война, она заключалась... совсем ну, по другим принципам, чем настоящим. В Азов меня не взяли, потому что тогда в Азов набирали до 35 лет. Мне на тот момент уже было 46. И ни в каком батальоне не было тогда оружия. Угу. Поэтому нам приходилось, или надо было с Майдана брать сбройники, или и ждать, когда ну, нюансы. Ждать, ну, да? Или, ну да, много было нюансов таких. Мы выбирали, куда еще дернуться. Мы пошли в Айдар. Все. Там было достаточно у нас сброи, БК. Было все. И приключения. И приключения, естественно. Попадали, да? Да, с 2014 года еще, до Минских соглашений. Естественно. Мы тогда еще в Айдаре... полноценно поучаствовали в операции. В Айдаре было полегче, потому что как бы часть анархии присутствовала. Мы сами себе приключения искали и успешно с ними справлялись. С самого начала только на волонтерке и держались. Да. Держава дала тільки зброю, набої і можливість воювати. А так би в одних трусах було б. Якщо від держави ще щось чекати, правильно? Єдине, от це, от, у нас враг номер один на висоті. А тут, в принципі, повинні займатися люди, ті, які тут на даний момент знаходяться. Треба воювати не Порошенко, Авакову і все остальне. Треба вже воювати, ну як воювати. Доносить людям то, что они голосуют, не за тех. Мы всегда были против властей любых. И понятно, в ближайшем будущем не будет той власти, которая нас устроит. Многие говорят, да, вот фанаты, мы думали, вы там алкоголики, там наркоманы, тунеядцы, а на самом деле вот вы вот, ну, пошли первые, вот, все, вот уважение к вам, болельщикам. Сразу организовались и на Майдане. Да, мнение поменялось у нас совсем в положительную сторону. Ну, такими вот примерами надо доводить.